мы готовим до 15 января, управлением планируется закончить монтаж пластиковых каркасов, установить кабины для переодевания. Форма купели и количество их будет в 2 штуки. Также готовится кабина для переодевания. Это 3 большие кабины и 1 теплая кабина для переодевания детей, и где можно будет обогреться. Ну и внизу также будет максимальное количество скамеек установлено. Будут установлены также и биотуалеты, мусорные баки. И созданы максимальные условия для комфортного осуществления этих мероприятий. В прошлом году было пожелание от горожан, чтобы обеспечили точками торговли с продажей чая и, может быть, выпечкой. Данные предложения, конечно, услышаны, и это будет предложено горожанам. 18 числа там будет проведено в 8 часов будет освещение купели, после чего горожане могут приступить к обряду купания в освященных Иордане.